Подарить людям, обделенным любовью и заботой, немного ласки и теплоты в эти прохладные декабрьские дни. Эти слова стали лейтмотивом проекта «Щедрое сердце». В преддверии Дня инвалида большая группа поддержки отправилась полезными подарками, в первую очередь продуктовыми наборами, тем, кто остался один. У нас на обслуживании находится порядка 300 граждан, которые получают услугу на дому. Среди этой категории есть те, кто нуждается в более пристальном внимании. Это одинокие инвалиды. И сегодня наш центр вместе с советом лидером Ленинского района проявил инициативу, чтобы сделать сегодняшний пасмурный день немного светлее и праздничнее именно для этой категории людей. Поэтому мы сегодня приедем к ним в гости, чтобы подарить им частичку радости и тепла. Один из первых в списке адресов – Андрей Демьяненко. В силу определенных обстоятельств молодой человек не имеет поддержки близких. Однако он нисколько не замкнулся в себе и всегда рад гостям. Конечно, приятно. Все эти 3 года у Андрея Демьяненко есть верный друг и помощник, которого он с любовью называет Светик. Светлана Гербус – социальный работник со стажем. Повидав за свой трудовой век не одну печальную историю, она знает и понимает, как сегодня для Андрея важна такого рода поддержка и помощь. Праздники создаем. Все время как-то стараюсь Андрюшу веселить, радовать. Вот, что-то ему такое подарить. Хоть как-то, хоть своими руками, вот поделки, чтобы его развеселить. Хоть что-то, радость какую-то принести человеку, который в самом деле одинокий, ему одному тяжело. Следующий участник акции – Кирилл Бенкин. Молодой человек, несмотря на свою любовь поспать подольше, визита гостей ждал с самого утра. И не зря, для него были также подготовлены подарки. Сегодня Кирилл окружен вниманием и заботой со стороны тети, а также социального работника Татьяны Амельянчук, которая благодаря своей чуткости и душевности уже изучила натуру молодого человека. Знает его предпочтения и вкусы. Кирюша любит читать, да, Кирюша? Любит историю, увлекается. Любит Маяковского, классику любит читать. Сказки любит, он как еще ребенок у нас. А мы его кормим тут, ухаживаем за ним, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Акция «Щедрое сердце» – это лишь один из элементов большой работы. Отделение социальной помощи на дому предоставляет свои услуги пожилым гражданам и инвалидам 1-2 группы старше 18 лет. К ним регулярно приходят специалисты территориального центра, которые помогают по дому, приносят продукты и лекарства. В учреждении налажена комплексная система обслуживания, главная цель которой – показать особенным людям. У них есть на кого положиться. В течение года, конечно, мы стараемся всегда поддерживать наших подопечных, то есть к Новому году, каким-то знаковым датам, там, к Дню Победы, если это ветераны войны. Значит, кроме того, что их, эту категорию обслуживают наши социальные работники, которые у нас называются социальными феями, мы стараемся также, чтобы эту категорию посещали и молодежь, в том числе нашей организации, или же мы работаем совместно с общественной организацией Белорусский Республиканский Союз Молодежи, приглашаем волонтеров, то есть пытаемся разнообразить их пребывание у нас на попечительстве как можно шире. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дорс Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.